Всем добрый вечер! Сегодня будем готовить очень интересный салат и шпрот. Любителям шпрот посвящается. Для этого нам потребуется вареная картошка, яйца, морковь, красная луковичка, красный лук, маринованные огурцы и майонез. Начинаем! Картошку, сваренную в мундире, натерла на средней терке, чуть-чуть смазала майонезом. Одна банка шпрот вместе с маслом. Масло никуда не выливаем. Я растираю вилкой. Шпрота ничем не смазываем. Очень мелко режем красный лук и выкладываем слоем. Лук разложили. Теперь тоненький слой майонеза. Следующий слой. Мы трем вареные яйца. Чуть-чуть всегда приминаем, если мы делаем в кольце, в форме для салата. Если нет, то и нет. Сверху чуть майонез. Натерла на терке. Вот на такой маринованный огурец. Естественно, он дает сок. Немножко отжала. Совсем насухо не нужно. Пускай пропитается еще и салат побольше. После огурца маринованного смазывать майонезом не нужно. Я натерла морковку вареную на мелкой терке. Вот делаю слой. Ставлю салат в холодильник. Салат готов. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!